Сообщество многодетных семей Ленинского округа провело конкурс на лучший рисунок. Мальчики и девочки изобразили своих мам, какими они их видят. Лучшие работы были удостоены подарков от салона красоты «Опера», который неоднократно принимает участие в благотворительных акциях муниципалитета. Первое, второе место к детишке, которые выиграли, мамы пришли к нам на бесплатные услуги. Первое место это было сложное окрашивание, второе место маникюр с покрытием гель-лака и третье место архитектура бровей. Детишки все получили сладкие подарки. У многодетных матерей не всегда есть время и возможность на посещение салонов красоты. А в этот раз совпало многое. Участие в конкурсе стало организацией детского досуга, а косметические услуги – приятным бонусом и возможностью пообщаться мамам между собой. Я очень горжусь своими детьми. Мне очень нравится, как они рисуют. И всегда очень радуюсь, во-первых, идеям этих рисунков, потому что они всегда необычные. Тут мне моя дочь нарисовала 10 детей, у меня в кармашке сидят. У нас только 6 пока. Дети подошли к конкурсу с большим интересом. У некоторых получились не только рисунки. Настя Федорова написала своей маме стихотворение. Мне просто нравится то, что у меня есть мама. У других детей, может, и нету такого, но у меня есть мама. Мама дорогая, я тебя люблю, и тебе, родная, песенку спою. Мне с тобой не страшно, ты всегда со мной, ты со мной рядом летом и зимой. Хотел сам нарисовать, но не смог, потому что было как бы сложно вот нос это нарисовать. И я мне мама чуть-чуть помогла. Сообщество многодетных семей уже давно принимает активное участие в общественной жизни нашего муниципалитета. Наша организация, она некоммерческая. Вот мы очень сильно друг друга поддерживаем и постоянно участвуем в каких-то акциях нашего города, являемся волонтерами. Вот эта неделя щедрости вместе с обществом инвалидов, да, с приютом Тихвинским и другими сообществами. А салон красоты уже анонсировал проведение нового конкурса рисунков на свободную тему. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.